Thank you.
있습니다. 이거 그래마다네. Шри Чайтанья, Джай Нитьянанда. Джая, Джая, Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда. Джай Двайта Чандра, Джая Гора Бхакта Вринда. Джая Двайта Чандра, Джая Гора Бхакта Вринда. Джая, Джая, Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда. Джая, Джая, Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда. Джая Двайта Чандра, Джая Гора Бхакта Вринда. По случаю праздника будем читать Шри Чайтанья Чаритамриту. Календарный праздник был вчера, но мы отмечаем сегодня для общины. Вчера мы отмечали уже дважды в разных местах. Сейчас третий раз мы отмечаем. Это особая милость Радхарани. Это великий праздник и очень деликатная тема. Очень сложно поступить к этой теме. В материальном мире есть очень сложные вопросы, очень сложные задачи и недостижимые какие-то цели. Вот та самая недостижимая цель, о которой сегодня нам нужно будет поговорить, самая великая, недоступная, непостижимая, непознаваемая фактически с материальной платформы, никакими усилиями. Есть только один способ, мы об этом способе сегодня будем как раз говорить. Мы уже читали о Кришне. Эта тема связана с Кришной. Этого недостаточно, потому что выше Кришна-таттвы есть наука взаимоотношений с Кришной, это еще выше. То есть есть Бог, но еще выше знание об отношениях с Богом. Сам по себе Бог непознаваем, то есть это не представляется возможным познать Его. Он имеет расширяющуюся бесконечную природу. У Него бесчисленное множество имен, форм, качеств. Их нельзя как-то перечислить. Даже божественным языком, не говоря о человеческом языке. Мы пользуемся шастрами, то, что дано человеку. Вот, обсуждаем эти темы, то, что дано для нашего разума, нашего как бы уровня врожденного. Есть и другие уровни, конечно же, над человеком, там тоже есть знания, они выше, объемнее, глубже. Но речь идет о другом. Если даже у нас много знаний об абсолютной истине, если мы познали Брахман, полное отличие материи и духа, что очень редко дается великим мудрецам, йогам в этом мире. Обычные люди, они так где-то косвенно касаются этих тем, применяя эти термины душа, сверхдуша, Бог, материальный мир, но вряд ли кто-то отдает себе отчет, о чем идет речь, поскольку обычный человек покрыт гуной материальной природы. И те, кто смогли, удалось очиститься от влияния гун, они действительно могут познать Брахман. Это редкие люди. Но это не является высшей целью. Не является каким-то даже достижением великим. Бахунам джанманаманте генаванам прападете васудева сарамати самахатна сундурлава. Через много-много рождений и смертей такие совершенные люди должны пройти.
прежде чем они осознают свои отношения с Богом. То, что я не делаю, душа — это не такая сложная тема. Прабхупада объясняет. Если он не упрямый, конечно же. Но это же очень просто понять, что я не это тело, не эта рука, не эти волосы, не эта пища, которую я ем. Физическая оболочка, и в этом теле есть внутренняя энергия. Сегодня речь идет о внутренней энергии, Шримати Радхарани. Она есть внутренняя энергия. Вот нужно познать эту энергию, которой наслаждается сам Верховный. Как он наслаждается? Он не наслаждается материальной энергией. Он не наслаждается нашими рождениями, смертями, старостями, страданиями, болью. И вот таким наслаждением он выше этого. Какое же его бытие? Об этом нам расскажет сегодня Шримати Радхарани. Она изначально гуру. Бхагавад-гите Кришна упоминает, что выше мертвой материи живые чувства. По отношению к материальной оболочке чувственное восприятие выше. У камня нет чувств. Есть тоже материальная форма, но нет чувств, нет внутренней энергии. Но выше чувственного восприятия еще более внутренняя энергия — это ум. И действительно мы видим, хотя ум не воспринимается зрением никак. Мы его не слышим, не видим, не обоняем, не осязаем. Сотни тысяч раз сиума. Это означает, что разум — это та внутренняя сила человека, волевая, которая ставит высокую цель в жизни, бесстрашный разум. Может стремиться к невозможным вещам. Так и есть. Люди отчаянно стремятся к невозможному, к невозможному. Вся эта цивилизация материалистичная тоже идет таким путем, так и в обратном направлении. Нужно идти вглубь себя. А они изучают мертвую материю. Это серьезная ошибка. Серьезная ошибка. И если человек поставит цель выше, то при помощи разума он ее достигнет. Ум не справится, чувства не справятся. Разум способен на это. То есть такая сила есть в человеке. Но нужно знать эту высшую цель. Достаточно ясно нужно увидеть ее, почувствовать ее, осязать ее. Сусукам картум авьяям. То есть нужно почувствовать огромное счастье, присутствие этой цели, это вдохновение, мощная сила. Пробужденный разум или будхи. Но далее Кришна говорит, еще выше находится душа. Это что ж такое душа? Если даже разум трудно познать, с умом трудно найти какой-то общий язык. Что ж такое душа? О чем речь идет? То есть в сочетании Чаритамрити Матхья Лила, 8 глава, я думаю, что преданные читают эту главу, она, наверное, самая сокровенная часть сочетания Чаритамрити. Из бесед выше не бывает. Если мы изучим все шастры, все веды, все священные писания мира, мы видим, что вот выше этой беседы, которая состоялась 500 лет назад, Господа Чайтаньи с Рамананда Раем, они увидели впервые друг друга в Южной Индии.
для госпочитания ушел в паломничество из Джаганнатха Пури на юг Индии. До этого они никогда не встречались. Роман Дарай был губернатором целой области, таким был наместником. Когда он увидел Господа Читанию, как Господь Читанию увидел его на берегу Кавери и Ларьямавени, они сразу узнали друг друга. Спросите, как? Незнакомые люди как не могут узнать друг друга? Они раньше не общались. Это описывается с точки зрения внутренней энергии. Если человек перевоплотится, вы не узнаете его в новой форме. Но если у вас была пробуждена внутренняя энергия, вы сразу узнаете. Вы сразу почувствуете экстаз, который увидите друг друга. Но когда Рамананда Рай увидел Господа Читания, Господь Читания Рамананда Рай, они могли открыть экстаз. И вся свита, которая была с Рамананда Раем, сопровождавшая его, браманы, не преданные вообще, они не могли понять, что происходит. У них тоже стали проявляться признаки их эмоций, дрожь в теле, не могли понять, что это за смесь и что происходит с нашим человеком. И Господь Читания, который что тут присутствует материалист, он скрыл этот процесс. Господь Читания Саньяси, великий ученый, уже к тому времени известный, Саньясу, теперь он ведет себя правдоподобный. И он задает вопросы Рамананда Рая, будучи внутри грехаста, и слушает его ответы. Происходит интересная вещь. Необычная вещь происходит. Говорит то, что раньше никогда не говорил. И понимает то, что раньше никогда не говорил. Когда он говорит, он видит эмоции Господа Читания, у него проявляется практическое знание еще. Тогда он ему сообщает. Похоже, что я просто струнный инструмент перед тобой. А ты дергаешь за эти струны, и я начинаю петь. Хотя я не умею петь. Ты играешь на этом инструменте. Это были чары Господа Читания Махапрабху. Всякий, кто видел Господа Читания Махапрабху, в нем пробуждалась любовь к Богу, влияет Кришне в сердце. Никто противостоит. Почему? Вот в ходе этой беседы мы сможем это понять, что это за явление Господа Читания. Сегодня говорим о Радхарани, но как это связано? Шри Кришна Читания, Рада Кришна Нахиани. Ачарьи раскрыли этот предмет. И случив эту беседу и многие другие игры, Господа Читания. Рамананда Рай говорит о совершенстве жизни, потому что Господь Читания спрашивает, а в чем совершенство жизни? Рамананда Рай, расскажи мне. Он начинает с самого начала. Ну, следовать долгу Варнашрама Дхармы, обязанности. Это совершенство. Господь Читания говорит, да, Рамананда, а есть что-то больше? Так, нет, продолжает говорить, что еще больше? Выше этого совершать свидетельство как жертвоприношение Вишне, это выше. Еще выше отказаться от плодов своей деятельности. Еще выше достичь отречения от этого мира при помощи деятельности. Но Господь Читания, он не очень вдохновляется, когда это слышит. Просто говорит, а что еще ты скажешь, Рамананда? И в конце концов Рамананда говорит, что высшее совершенство, выше того, что мы говорили, это слушание о Кришне. И тут Господь Читания интересуется. Так. Продолжай. Как бы он хотел сказать, с этого нужно было начинать. Но беседа имеет важное значение для всего мира. Она предназначена для всех людей, потому что самые лучшие вещи для всех. Здесь описывается высочайшая истина, которую должен знать каждый человек. Как он с этим поступит, не наше дело, но знать должен каждый. Культура одна. Культура высшей любви к Богу одна должна быть. Для этого нужны знания. Мы не можем любить того, кого мы не знаем. Это невозможно сентиментально. И тогда уже Рамананда Рай стал говорить о расах, отношениях. Через слушание можно войти в атмосферу служения Богу.
Так, говори дальше. Можно стать другом Кришны. Чудеса. Господь отправляется, его экстатические эмоции усиливаются. Рамадхара начинает звучать сильнее. Говорит, говори дальше. Хорошо, скажу дальше. Дальше можно иметь его как ребенка. Вечным сыном. Такие отношения с Кришной. Рамадхара. Дальше говори, не останавливайся. Ну а дальше уже супружеские отношения. Гопи. И Господь Чайтанья испытывает такой неприятный страх и говорит, Рамадхара, дальше. Впервые минуты меня просто говорит, дальше. Дальше нет. Нет, говори дальше. И вот так они переводят к Шимадхара. Скрытая деятельность, или день явления Шимадхара. И в этот день мы говорим о ней. Другие дни язык не поворачивается. Даже уже когда рука с вами язык не поворачивается, записать имя Шимадхара. Это самое чистое имя во всех мирах. В материальном мире никто не знает, что это вообще такое чистота. И вот здесь не существует, если мы говорим о Шимадхара Тхаране, тут нет, тут пустыня, тут просто безводная пустыня. Место смерти, говорится. Любовь никогда не умирает. Настоящая любовь никогда не умирает. Что бы ни было, они могут ссориться, встречаться, разлучаться, неважно, какие происходят процессы. Любовь только усиливается. В материальном мире она имеет угасающую природу. То есть это, собственно, взгляд, иллюзии, напоминающие любовь. Если мы хотим учиться этим вечным отношениям, мир Богу, то чат эту тему. Рамананда и Господь Чайтанья — это Арджуна и Кришна. Это подтверждается. А до этого они были Нара-Нарайной. Нара-Нарайной решили затем Кришна Арджуна, затем Господь Чайтанья, Рамананда Рай, разные эпохи. Они принимали разные формы. Но внутренняя энергия та же самая, как мы узнаем. Душа та же самая, личность та же самая, задача. Это продолжение Бхагавад-гиты, так же как Кришна отвечал Арджуне, Арджуна отвечает Господу Чайтанье, Рамананда, на эти сокровенные темы любовных отношений. И сначала они заговорили о Кришне, что Кришна причина всех причин, но он абсолютно, абсолютно истинный, его тело Сат-Читананда Виграха. Причина всех причин. Он изначальный, предвечный, существующий до творения, во время творения и после творения. Он продолжает существовать, он неизменен. Он проявляется во множестве форм, как аватары, немного экспансии, и каждое живое существо тоже его частичная экспансия. И материальные элементы — это его энергия. Он проявляет себя как сверхдуша, как Шарадакашая Вишна, Прабхадакашая Вишна. Каранда-кашая Вишна. Правда, Кришна безгранична. Бог безграничен. Затем поднимается вопрос, что у него есть три энергии лапы, которыми он управляет. Это Чит-шакти, Ачит-шакти и Татхаста-шакти. У них много аналогов названных. Антаранга-шакти, Бахиранга-шакти. Татхаста-шакти, то же самое. Внутренняя энергия, внешняя энергия материальная и пограничное живое существо. Мы с вами понимаем это. Мы живое существо, но пограничная энергия. Если мы попадаем под влияние внешней энергии, мы становимся материальное сознание обретаем. Если мы попадаем под влияние внутренней энергии, мы снова вспоминаем Кришну. Пример искры. Если она приближается к огню, она снова вспыхивает, если удаляется, гаснет. Вот это татхаста-шакти. То есть человек иногда вспоминает Бога, иногда забывает Бога, иногда надолго забывает Бога. Смотря под каким влиянием гун природы он находится, какая энергия влияет на него, таким он становится духовным знанием вечно. Он больше не воплощается, не принимает материальное временное тело. Так, есть внутренняя энергия, внешняя энергия, пограничная энергия. И Кришна управляет этими энергиями, материальной энергией.
Но внутренняя энергия – холодильник шакти. Это непосредственно его личная энергия, которой он наслаждается. Вот это тайна. Как наслаждается Бог? Какая нужна ему энергия? Какое окружение? И вообще, нужно ли ему это? Это глубокая загадка и тайна, потому что Бог самодостаточен. Ему не нужно от чего-то зависеть, чтобы наслаждаться. Он наслаждается сам в себе. Сарва карана, каранам, причина всего. Он источник наслаждения. Держивается. Он наслаждается этим внутренним. Что это такое? Дело в том, что обмен любовью углубляет эти отношения, усиливает эти отношения. Рада и Кришна – это обмен любовью. Это одна душа. Радарани – тоже Кришна. Просто в другом теле. Два тела образуются. Но душа одна и та же. То есть в духовном смысле это возможно. В материальном это невозможно. В материальном, наоборот, про супруга говорят. Одно тело, но две души. Разные личности, но тело одно у них. Муж и жена, одна сатана, так говорят, они соединяются. Но души разные у них. Но правда. И два тела. Одно тело золотое, другое темное. И вот когда они пришли на эту тему, Даши Матери Радхарани, что это хладение шахти, что Кришна наслаждается только Шри Матери Радхарани и любит только Шри Матери Радхарани, и все остальное распространяет только через Шри Матери Радхарани, она изначальный гуру. И только она может научить нас любви к Богу. И невозможно понять, какое наслаждение достигает Радхарани Кришне. Называется Махабхава, не према, Махабхава. Только Радхарани может испытывать такую любовь к Кришне. Ни одно другое живое существо. Интересно, далее описывается, что с вами, что эту любовь можно почувствовать. Говоря о ней. Вот чем заняты все духовные мне говорят, как и Кришне. Они чувствуют такую же любовь, такое взаимодействие. Этот процесс дан и нам, практикующим. Преданное служение Богу. Говорить об играх Кришны. Кришна говорит, поговорите об этом. Джанма карма чима дивямам. Вам не верит титату. Да, тот, кто знает мое явление и деяние в этом мире, ну и уход тоже, освобождается от этого. Потому что его деяния, его качество, его явление вне гуд материальной природы, они трансцендентны. Если их обсуждать, мы тоже развиваем трансцендентные чувства, они пробуждаются. Удивительно, если мы говорим об играх любовных Радхи и Кришны, вожделение уходит. Если мы говорим о любовных отношениях мужчины и женщины, то вожделение пробуждается, и видим их. Вожделение сразу пробуждается, помимо нашей воли. Но если мы говорим и думаем, или ставим постановки о любви Радхи и Кришны, вожделение уходит, потому что это энергия выше. Любовные отношения Радхи и Кришны, они трансцендентны. Хорошо. Это цель жизни. Высшая цель жизни, прямо на дороге, которую можно достичь. Осознать эту любовь Радхи и Кришны. А как же я? Потому что мы с моей любовью делаем. Даже об этом думаем. Об этом думать не нужно. Это включается в процесс. Если вы устраиваетесь на работу, вы устроили на работу штатное расписание, если вы выполняете свои обязанности, вам разве нужно думать о том, что вам начисляется в течение? Об этом можно не думать. Вы уже все, уже под покровительством. Но с другой стороны, вот этот стих я прочитаю, это продолжение. Сатья васту садана винну гехана хипая хипа карика харая хабара купая. Цели жизни невозможно достичь, не зная средств ее достижения. Поэтому теперь будь добр, скажи, каким образом можно достичь этой цели. Так, цель жизни для разума поставлена. Thank you.
если цель жизни поставлена, теперь нужно дать средства. Нет. Бхагавад-гита, например, Кришна говорит, что всего можно достичь при помощи жертвоприношения. Коротко, но непонятно. Люди не понимают, почему. Что за жертвоприношение? Кого-то дают, что не понимают. Они что-то слышали страшное об этом. Снова жертвоприношение. Или животных убивают, или людей убивают. Нет. Жертвоприношение – это любая деятельность. Як ярта, кармановне, трава, каям, карма, банана, тадарта, карма, бандрена. Это самое-самое здоровье. Любая деятельность называется жертвоприношением. То, что мы сейчас, допустим, делаем, это тоже жертвоприношение. Это тоже я. Ходим на работу, учимся, служим семье, воспитываем детей. Это все жертвоприношение. Но это нужно делать для Бога. Жертва. Яги – это имя Бога. Жертва. Тогда человек достигает любых целей. Он многого не достигнет. Он становится препятствиями. Препятствия будут не возможны. В жизни любой человек это встретится в жизни. Любой человек. Жена, муж, дети, на работе, начальство, подчиненные, кто угодно. Все ему будут мешать. Плохому танцору мешает жена. Если каждый работает для себя, трудится, это не ягья, и тогда не будет успеха. Успех дает ягья, то есть работа предназначена для жертвы, карма для ягьи. Такая форма. А вы что? Сказал. Значит, цель можно достичь при помощи ягьи. Да. Хуже слышно стало. Как стало хуже. Это я. Я миллионы своих воплощений жил для себя. Должен себя же покормить, кто мне покормит, если сам себя не заработаю. Если я чего-то не сделаю, то ничего не будет у меня. Я должен как-то думать о себе, о своем здоровье, о своей личной жизни. Мне кто позаботится? Все же, каждый о себе заботится, да, в этом мире. А как эту ягоду делать учить? И тогда Кришна говорит, есть метод. Ведь он дает этот метод, знаете. При помощи этого метода можно достичь чего угодно, говорится. Высшей цели. Даже в этом сложном мире, где у каждого есть свой эгоизм, свои личные какие-то амбиции, свои личные предпочтения, доминанты, эксплуатации существуют, мы много видим помех на нашем пути. Даже в этом сложном мире человек достигает успеха. Да, ответьте, ранее пати, на парит, прошли на севера, потешайте тебе на минус, да, подошена. Нужно получить духовный учитель. Просто спрашиваю, но не просто спрашиваю. Служение почти. Но он должен видеть абсолютную истину. Тот, кто видит, может этому научить искусству деятельности. То есть метод дан Бхагавад-гита. Коротко. Коротко, но мы познаем его в течение многих лет, глубже, 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 как насколько это важный принцип, этот метод. Другого метода не существует. Только от учителя к ученику передается духовное знание из сердца в сердце, его больше нигде нет. Как в сердце того, кто всю свою жизнь посвятил Богу, ягья. Речь, ум, поступки. От него мы получаем. Это умонастроение. Глубокое, тонкое умонастроение. Стернышко, семечко маленькое, посадить в свое сердце, бахтера пиджа, но его взращиваем своей практикой, воспевая святые имена, читая священные писания, общаясь друг с другом, соблюдая регулирующие принципы, а оно начинает прорастать, оно начинает работать. Факт. Это работает. Здесь я ставлю предного опыта, который могут подкрепить. С разных точек зрения. Опыт есть. Достаточно большой, десятки лет посвящения. Тянетности для уже дополнительной реализации, глубокий. Если мы получаем из верного источника, семя прорастет. Хорошо, как здесь. И цели жизни невозможно достичь, не зная средства достижения. Поэтому теперь будь добр, расскажи, каким образом можно достичь этой цели. Шри Рамананда Рай ответил. Я сам не понимаю, что говорю. Все, что я сказал, было... Было это правильным или нет, заставил меня произнести ты. Я лишь повторяю твое послание. Он признается, что он играющий инструмент.
когда мы с вами проповедуем, мы в таком же положении находимся. Мы говорим, но сами не понимаем. Мы объясняем, но сами не понимаем эти вещи до конца. Мы так знаем. Мы инструменты. Кто во всех трех мирах настолько владеет собой, что способен сохранять невозмутимость, когда ты приводишь в действие свои разнообразные энергии? В действительности моими устами говоришь ты, и одновременно ты же и слушаешь. Это великая тайна. Вот на такой уровень надо все равно набирать. Полностью предан Богу. Как бы слился с Ним, не теряя индивидуальности. То есть это ты. Я — это ты, а ты — это я. И все равно в индивидуальности остаешься. А Христос говорит, я и Отец одно, и все равно мы индивидуальности. Непостижимое единство, непостижимое различие одновременно. Здесь то же самое говорится. Но так или иначе, позволь мне описать тебе средства достижения цели жизни. Здесь комментарий Шивасанатана Госвами советует слушать рассказы о Кришне только от Вайшнава. Слушать о Вайшнава он категорически запрещает. А Вайшнава Мунхо Тирнам Путтам Харикатам Литам. Шраванам Найва Картам Ям Сарпа Шиштам Ятха Пая. Ссылаясь на эту цитату из Падам Пурана, Шива Санатана Госвами предостерегает, что не следует служить ничего из того, что говорит о Кришне, а Вайшнав, то есть атеист. Или человек, не знающий Бога, выдумщик. Ну, философ какой-то, умный человек, может быть, но он не знает, он придумывает что-то. Я однажды спрашивал одного священника давно. Он спросил меня, а почему, собственно, вот, ты не принял христианство, ты когда все родился. В христианстве все есть то же самое. Сказал, ну, во-первых, меня не обучали в христианстве, я вырос, ничего не знал, я же в Советском Союзе родился. Во-вторых, как мне показалось, говорю, когда я стал читать христианские источники, там нет знания о Боге раскрытого. Я бы придумал что угодно, если бы там раскрытое знание было. Он сказал, нет, у нас есть раскрытое знание о Боге, есть святые, которые писали о Боге. Я спросил, расскажите. Мне стало интересно, какие есть трактаты о Боге. Христианство. Он сказал, назвал имя одного человека, одного святого человека. Он размышлял. Он говорил так, есть свет, есть тьма. Да, это категория понятна. Да, есть знание, невежество, свет, тьма. Добро, зло, вот, есть это. И он определяет, что свет — это Бог, а тьма — это дьявол. Это материя. Значит, есть дух и материя. Вот. Это совпадает с философией. Нет, конечно. Но Бог, он говорит, не свет и не тьма. Он не в двойственности. Он некий таинственный сумрак. То есть смешение он делает. Делает смешение двух этих категорий, получается сумрак. То есть ну, ум так работает. Таинственный сумрак. Нечто непонятное. Да, то есть где вы можете как бы вот, видеть и не видеть, понимать, не понимать, вот, вот что-то в этом духе вот, так, он описывает, танец в этом духе. Вот философ может прийти к такому вот пониманию. При помощи мыслительных энергий можно что-то такое придумать. Но именно поэтому говорится, что это он выше ума, выше мертвой материи, живые чувства, выше живых чувств ум, выше ума разум. А разум от кого зависит? От священных писаний. Написано. Если мы хотим пробудить разум, читайте священные писания. Сегодняшняя проблема – это самая серьезная проблема мира. Люди перестали читать священные писания и обсуждать. Это самая серьезная проблема. Поэтому их разум не пробуждается. Они все время выдумывают что-то новенькое в жизни, но разум их не пробуждается. Они спят в этих иллюзиях новизны, ожидают что-то новенькое и думают, вот счастье придет, счастье придет, счастье придет, как осел за морковкой, знаете, какой пример счастья дают, никогда не достигает. То есть ум побеждает разум. Да, ум побеждает разум, и все, разум. А
аннулируется. Люди умные, смотрите, но неразумные. Можно это видеть, что есть очень интеллигентные, образованные люди, которые встают, курят или занимаются незаконным сексом с чужой женой. При этом они очень образованные, но где разум? Разум слабый. И священные писания, они исходят от сверх души. Видает, что срывает агантава видео, говорит, я даю веды, я цель вед. Называется шруть, услышанное свыше священное писание. А порушие. Никто не может это придумать. Мне однажды сказали какие-то ученые еще в начале 90-х, что веды записали аборигены. Ну, типа папуасы, аборигены, ну, какие-то люди, ну, не цивилизованные, в общем. Какие-то там народные мудрости собрали какую-то вот из веков. И вот появились веды, Махабхара и все остальное. Ну хорошо, мы сказали, вот Гита, Бхагавад-Гита, 18 глав. Вы уже не аборигены, вы цивилизованные люди, вы уже ученые. Ну давайте напишите 19 главу. Продолжите. Вы не можете. Вы не можете даже понять то, что написано там. Да кто абориген это? Они засмеялись, сказали, ну да, 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 да. Они даже не понимали, что слово «карма» в то время уже. В то время, сейчас все уже знают. Но благодаря Прабхупаде это произошло. До Прабхупады санскритологи приглашали нас, начинающих неофитов, чтобы консультироваться, что такое карма. Там много значений в санскрите. Как его понять вообще? Вы понимаете, как без духовного учителя простые вещи невозможно понять. Много споров, много противоречий. Даже как сегодня, если вы заглянете в средства массовой информации, ничего не понятно, потому что одно противоречит другому. Ничего не ясно вообще. Кто-то утверждает одно, и тут же кто-то отвергает это. Ничего невозможно понять. И сердце молчит при этом, когда вы читаете. Значит, только сомнение и беспокойство. Что же делать? Что же делать? Что же кто скажет? Гуру дает знание в сердце. Не будет сомнений. Не будет сомнений, когда есть настоящая любовь. Когда будет настоящая доброта и доверие, не будет никаких сомнений. Когда утвердится мир в душе, не будет никаких сомнений. Сомневаешься, не счастлив ни в этой жизни, ни в следующей жизни, говорится. И мы покой и счастья не будет никогда. Нужно достичь мира. А ведь, чтобы достичь мира, нужно познать абсолютную истину. Бхактарам я гатапа сам сарвогам хешарам субитам сарвогутанам ятамам шантим шантим ричхатим. Формула мира 5.29 Бхагавад-гита. Изучаем. Формула мира есть. Лев Толстой написал «Война мир», но он не раскрыл, не смог. Даже в таком большом произведении. Надеялся, что он сможет найти ответ в процессе написания такого фолианта. Но его герой Балконский не нашел ответ. Достоевский не нашел ответ. Лермонтов, Вернашевич не нашел ответ. Пушкин не нашел ответ. Это самые выдающиеся классики вообще. Никто не нашел ответ. Потому что нужен гуру, духовный учитель. В сердце. Которого коснулись губы змеи и становится ядовитым. Аналогичным образом разговор о Кришне, который ведет Авайшнав, тоже ядовитый. Атеисты все портят. Не слушайте атеистов. Если хотите узнать о Боге, никогда не спрашивайте об этом атеиста. Это сравнится с губами змеи. Коснется молока, уже пить нельзя. Противоположность ему Вайшнав предался верховной личности Бога, поэтому его слова обладают духовной силой. Бхагавад-гите 10.10 Верховный Господь говорит «Тишам садата риктанам паджатам притикур вакам тадами бут йогам там янам аянтите». Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Пойдем дальше по теме. Лилы Радхи и Кришны очень сокровенные. Их не понять тем, кто находится в настроении служения, дружбы или родительской любви. То есть перечисленные расы — это уже отношения с Богом личные. Служить можно лично Кришне, достичь такого уровня. Лично можно стать другом Кришны, как Арджуна.
Можно стать родителем Кришны, в эту расу вступить. Но понять Дашнирадхи и Кришну в этих расах невозможно. Недоступна эта раса. В действительности лишь гопи имеют право участвовать в этих трансцендентных играх, и только благодаря им эти игры развиваются. Гопи – подруги Радхарани, окружение Радхарани. Там есть Манджари, есть гопи – пастушки. Гопи имеют так все устроено, что Кришна – главный пастух. Бог – пастух. Слейтен, пасет коров, леса Вриндавана у него. Он не живет в небоскребе. В крупном городе, электромобили, прочее, и самолеты. Нет, этого не нужно. В духовном мире этого не существует. Механики — это невежество. Там все живое. Транспорт живой, да, у них есть там свои самолеты, но они живые. Не механистические средства. Там все живое. И воздух живой. Да. И коров очень много на Голубе Вриндаване. Все они дают трансцендентное молоко, исполняющее любые желания. Пьете молоко, и желание все исполняется. Очень просто. Никакие проблемы. То нужно столько усилий, чтобы хотя молоко купить. И не все желания еще исполнятся. Еще аллергию вызовет какой-то молоко. Да? Но столько проблем у нас больше в этом мире. Но там трансцендентный мир, вот как бы материальный прообраз, отражающийся. То, что как будто есть коровы, есть супруги, есть друзья, есть родители, кому-то служение, все как будто есть. Но нет абсолютно счастья. И все время. И приятности. Итак, гопи. Кроме гопи никто не может поддерживать игры Радхи и Кришны. Они разворачиваются лишь совместными усилиями гопи. Поэтому только гопи наслаждаются сладостью этих лил. Они лично служат отношениям Радхи и Кришне. Духовным отношениям. Духовным интимным отношениям Радхи и Кришне. То есть она его вечная супруга Радхарани. Но незаконная. Законная скучная. Сами понимаете. Хочется чего-то незаконного, таинственного. Откуда это, скажите? Поэтому, если делится супружеская раса на две категории – свакия и паракия в духовном мире. Свакия – законные отношения, царица в двараке, а не жены Кришны, да. А паракия – незаконные отношения. Во Вриндаване все паракия раса, все незаконное. Знаете, что Ешода – незаконная мать Кришны? Мать Кришны – девоки. А это приемная мать. Нас обманули. Да, нас обманули, всех обманули. И когда Ешода узнала об этом, что она не настоящая мать Кришны, она не знала об этом. Ее же подменили, когда она родила девочку, она лежала и не помнила, кого родила. Она была без памяти за какое-то время. И подменили, положили Кришну, а девочку забрали. Она была Кришна, ее сын. Как только она увидела все ее чувства сразу же, все ее разум, вся ее существо погрузилось в Кришну, все счастье, весь Вриндаван, весь благоденство, как Кришна появился там. Уже в форме младенца. Ананда. Старость ваша смерть – это ананда. Блаженство, счастье. Она его вырастила. Она его воспитывала. Она его обучала культуре и этикету. Он же воровал. В тюрьме родился. Воровал масло. Девчонка приставал постоянно. Нужно было постоянно обучать его. Она его даже к ступе привязала и там другие вещи. Но любовь Ешоды такова, что она может привязать к ступе, смотрите, она Бога может к ступе привязать вообще. Что он боится и подчиняется своей матери. По-настоящему, любовь, сила любви такая, вот подчиняется любви. Он к ней приходит ребенком, потому что Ешода любит Кришну как ребенка. Он остается Богом в этом случае. Ребенок, он говорит, взрослый, не имеет значения, Бог есть Бог. А Ешоде все равно, Бог или не Бог, мой сын, вот это я знаю, это навечно. И в какой-то момент приходит время, Кришну забирают от Гуру. Там родители есть. Он сюда в этой логике, но не родился. Ешода говорит, так что
кто он, Кришна? Я не твоя мать. Все, у него смысла больше нет в жизни. Это вечная мать Кришна, но это Бхарадхвяса. Она удивительная раса, смешанная с нектаром любви и с ядом разлуки. Это Бхарадхвяса. Супруги могут встречаться, любовники не могут встречаться. Тайны встречи не могут. Это в духовном мире считается самая высшая раса. В материальном мире самая отвратительная раса считается, это жизнь. Тот, кто подражает Бхарадхвясе в этом мире, пьет смертельный яд. Очень опасно, очень осторожно. Итак, родители Бхарадхвяса, если говорить друзья, ну какие друзья могут у Бога? Мусульмане с этим не согласны. Аллах Акбар, ну кто может быть равен ему или выше него? Нет, написано же. Нет сотоварищей. Он выше всех. Он должен быть таким. А у вас, видите, друзья. Еще много друзей. И они играют, они катаются на его спине, у вас такие игры записываются Богом. Это парки разы. Он в этих играх даже сам забывает, что он Бог. И друзья так любят его, что не хотят видеть в нем Бога, хотят видеть друга. Это раса. Дружеская раса. То есть разговор о расе идет. Не о конституциональном положении Бога и души, а отношении. В любви стирается страх и различие. Получается, различие есть, в то же время нет. Разве мать обратит внимание, что высокопоставленный чиновник стоит? Она, чтобы стучаться к вам в комнату после этого. И бедное общество это будет называть. Нет, она скажет. Иди сюда. Какие носки одел? Ну, покажи. Нам пора на работу, давайте. Я там все приготовил. Знаете. Она просто скажет, иди сюда, я выйду. Поставим чинов. Мать не знает этого, она не принимает в расчет ваше положение. Почему? Это любовь и раса. И также на Галоке Вриндаване здесь такая любовь описывается, в которой нет нигде даже на Вайкунтхе. Даже в духовном мире такого нет. Лакшми, богиня удачи, не связывает Кришну, к ступени привязывает. Не может. А еще там может. Войти в Тибет с помощью гопи невозможно. Лишь тот, кто пребывает в настроении гопи, поклоняется Господу, достоин служить Шри Шри Рады Кришне, куча Вриндавана. Супружескую любовь Радхи и Кришны можно понять только так и никак иначе. Почему? Далее будет объясняться. Но я сокращу, то есть лекцию еще должен был сворачивать. Я сокращу. Почему так? Почему только гопи? У гопи нет вожделения. Они хотят, чтобы Рада и Кришна были вместе. У них есть одна непостижимая особенность у гопи Манджари, у этих девочек Вриндавана. Одна непостижимая даже в духовном мире способность. У них нет никакого желания встать на место Шримати Радхарани и удовлетворять свои чувства с Кришной. Нет. Это вожделение называется, у них нет вожделения. Они счастливы миллионы раз больше, когда они видят Раду Кришну вместе. И вот тогда происходит чудо, смотрите. Представьте, если мы идем по стопам гопи, так же. Хотим, чтобы служить Раде и Кришне. Мы не хотим быть нет, на месте Радхарани, на месте Кришны. Мы хотим, чтобы они были вместе. Как божества мы их одеваем, мы их украшаем, мы служим об их играх. Мы посвящаем свою жизнь служению. Тогда происходит чудо. У Радхарани такая же позиция, очень верно. У нее тоже нет вожделения. Она видит, что делают гопи для нее и Кришны. Она говорит, так я недостойна. Они столько служения делают мне, чтобы я был рядом с Кришной. Я недостойна. Она берет какую-то гопи, любую из них. И совершает рядом с Кришной. Посиди с ним, встречи. Общайся с ним.
или посылает Кришна с каким-то какой-то просьбой. О, какие отношения есть. Там нет зависти, там нет вожделения, там нет незаконного секса, там духовные дела. Это любовь. И только любовь. Один любовник. И все остальные любовники. И нет проблем никакого. Бог играет в эти игры, Кришна играет в эти игры. Бог любви называет, трансцендентный Бог. Самые чистые, самые священные отношения это описываются. Потому что у них нет никакой корысти, никакого удовлетворения. И если мы идем по стопам Гопи, произведет то же самое, Радхарани обратит на нас внимание, говорится, а нам изначально Гуру представит Кришну. Вот таким путем можно достичь такой любви. Прямо к Кришне невозможно. Кришна говорит Арджуне. Арджуна не тот преданный, кто мне предан, а тот, кто предан моему преданному. Поэтому мы идем по стопам Гопи, и по стопам цели ученической преемственности. Это то же самое. Мы служим духовному учителю. Наш духовный учитель служит своему духовному учителю, тот своему духовному учителю. В конце концов, Радхарани получает это служение. Радхарани благословляет всю эту парампру. Она гуру. Она как внутренняя энергия проходит. Этой цели преемственности достигает. Господь Чайтанья, когда Рамананда-рай рассказал все это, несколько дней не собирались. И этот экстаз был невыразимый. Иногда они теряли сознание в беседе. И в конце, когда все достигло кульминации, Рамананда-рай испытал сильнейшее потрясение. Он вдруг увидел, что вот рядом с Господом Чайтаньей, с одной стороны, стоит темная форма, а с другой стороны, золотая сияющая форма. Он понял, что это Господь Чайтанья в двух формах перед ним. Это личность в двух формах. И потерял сознание. Господь Чайтанья, теперь ты видел все равно Рамананда-рай. Но никому об этом не говорил. Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нараяна в одном лице две формы. Господь Чайтанья, объединенная форма. Именно он распространяет святое имя века Кали-юги, побуждает любовь к Богу очень быстро. Милость Шримати Радхарани такова, что в день явления Шримати Радхарани должны поста. Когда Кришна явился, то постились до полуночи. Радхарани является поста, нет. Это Шримати Радхарани. И это самое милостивое проявление Кришны Шримати Радхарани. И вот Господь Чайтанья в это настроение приходит. Это самая милостивая аватара. Нама Махава Данья Кришна Прем Прадайте Кришна Кришна Чайтанья. Они говорят, что Кришна Махава. Он распространяет сразу же любовь к Богу. Не учитывая, достойный кандидат или недостойный кандидат. Для Кали. То есть, когда Шимати Радхарани приходит, она действует очень-очень милостиво ко всем живым существам. Освобождаются не только люди, и другие живые существа тоже освобождаются. Вот это Господь Чайтанья. Поэтому у нас с вами есть шанс достичь высочайшего совершенства по милости Господа Чайтанья. Это учение будет самым актуальным. Вот в эти современные дни уже распространяется, святыня распространяется. Кругом по всем городам мы видим, что люди приходят полный зал на мантра-йоги. Многие сейчас интересуются, разбираем святыня. Мантра медитации. В Москве прошел даже целый концерт вот этим летом. 1500 человек примерно там были. Люди приходят, представьте, люди приходят, покупают билеты, приходят, чтобы послушать мантры. Сегодня, скоро стадионы нужно будет снимать. Желающих больше и больше. Чувствуют. Там есть вот реальное, есть развитие, есть реальный духовный рост. Это описано также в шастре, что только святое имя Веккали другого пути не будет. Никакого не будет другого пути. Только воспевать святыми именами и достичь высшего совершенства. Калер Доша Итхираджан Асти Векамахан Кунан Тиртанатава Кришна Сиана Мухтасанга Парабраджет.
13 принципов, что нет кали, это океан порока, но одно из такой достоинства великое, которое поднимает выше всех. Что за великое достоинство века кали, когда океан порока кругом, океан страданий, океан борьбы, лицемерия, лжи, бездуховности, вот он так характеризуется. Это усиливается реально кали-юге. Но в чем же его такое достоинство, что его превозносят даже мудрецы, это век. Киртанадзава Кришна и Сэма Муктасанга Прамраджет просто воспевая имя Кришна можно обрести освобождение. Век кали. Простым путем. То есть просто повторяя Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. В этой жизни человек, так сказать, освобождение принимает духовного учителя. Ну, в этот день можно загадывать желания, вот так посвящен Матери Радхарани, о самых сокровенных наших желаниях. Не советую просить что-то материального, было бы слишком упрощенно. Если уж просить уж Матери Радхарани, что-то для самого большого попросим. Настройку такую. Если мы попросим любовь к Богу, ей понравится такой звук. Она в этом смысле очень щедрая. Если даже она просто о ком-то из нас подумает, это достаточно. Этот день такой благословенный праздник. Харе Кришна. Какая дальнейшая программа у нас? Вот вопрос есть. Почему? То, что хорошо в духовном мире, плохо в материальном мире? Да. В этом есть одна причина. Причина страдания в материальном мире в чем заключается? В том, что живое существо здесь хочет стать Богом. Для этого приходит в этот мир. Чтобы занять какое-то доминирующее положение, борьба начинается. Поэтому все становится отвратительно, прибыль в эксплуатацию. Супружеские отношения берут эксплуатацию постепенно, дружеские отношения берут эксплуатацию постепенно. То есть они осквернены ложным эго, желанием доминировать друг друга. Поэтому получается искаженное окружение. Материальный мир такой. Вот все страдают в своей семейной жизни, большинство людей. Они могут понять почему. Характеры, все говорит характеры, да. Вы пытаетесь доминировать друг на друга, вот почему. Если мы начнем служить Кришне в семье, семья будет хорошая. Это же просто. Если мы придем в сознание Кришны, станем слугами Кришны, муж – слуга Бога, жена – слуга Бога, дети – слуги Бога, тоже мы так воспитываем, так общаемся, не будет противоречия. Не будет проблем. С любым человеком можно найти язык вообще через служение, разве нет? А через господство ни с кем. Ни с кем. Это материальный мир, то есть видите, в чем искажение. Живое существо приходит сюда доминировать, имитировать Бога. И последний вопрос, если есть.
В один из прошлых приездов, ваша милость, вы сказали одну очень удивительную вещь, которую вот, я первый раз слышал от вас, то есть отправились на Священное Писание, и сказали, что во всем мироздании не существует никого, кто был бы выше Господа. Нет никого равного Ему, и нет никого, кто ниже Него. Вот этот третий момент очень удивительный. Можете его нам немного пояснить? А? Это описывается в 11-й песне, где Кришна Удалита рассказывает. 11-й песня Шримад Бхагаватам. Говорит, слушай, Удава, нет никого выше меня, превыше меня. И Удава, конечно же, соглашается, знает, что выше Кришны никого нет. Нет никого равного мне, он говорит, о, да, и нет никого ниже меня. Это абсолютно повторно. Это очень удивительно. То есть на абсолютном уровне нет разницы между слугой и господином. Так пропадает. Это более-менее формальная вещь. Здесь мы придаем сильное значение, не так ли? Кто выше, кто ниже, кто богаче, кто бедный, кто сильнее, кто слабее. Это главное, да? О чем мы думаем здесь? Это решает все остальное. Сильный ты или не сильный? Насколько ты сильный? Насколько ты главный здесь? Насколько ты не главный? От этого здесь вся моя судьба. Но это лишь формальность с точки зрения духовной. Вообще не в этом дело. Не важно, кто Бог, кто не Бог. Важно, что любимы одинаково на одной платформе находимся. Прабхупада объясняет, чтобы любовь проявилась, необходимо, чтобы это было внутри одного вида. Ну, например, животные вот, одного вида, они понимают любовь внутри своего вида только. Самка, самец там должны быть, чтобы они привлекались друг к другу. Люди между собой эти отношения строят, конечно же. И так же мы с Богом хотим отношений любовных. Должен быть один вид. Это говорит, никто не ниже меня. Никто не ниже меня. Это все одна абсолютно духовная форма. Очиньте пхеда передатва. Непостижимое единство и различие в одно и то же время. Более того, Кришне нравится, что Ишода командует, а он подчиняется. Вот мы на Радхакунде, вы видели, они пишут, гравируют на четках имя Радхи на санскрите и Кришны. Имя Радхи крупное, а Кришна мелко и мелко подписывают. Но я спросил, почему так? Почему Кришна так мелко пишет? А мне Бриджабаси говорит, а кто такой Кришна? Радха говорит, он делает, вот он такой. Маленький, Радха главное. Кришне это нравится. Вот, какие интересные лилы, да? Это лилы называется. Поэтому это не важно, Бог, не Бог. А для нас важно понять, кто такой Бог. В духовном мире это не так важно. Эко бабанам юбидат хати карман. Это закон духовного мира. Один, одно живое существо исполняет желание всех остальных. Так всегда было. Никто этому не удивляется. Никакого проблем на этот счет нет. Хорошо. Еще два вопроса. Андрей Кришна, здравствуйте. Большая радость видеть вас не на экране смартфона, а вживую, насколько близко. Это чудо. Такой вопрос. Я читаю мантры. Я стараюсь каждый день, получается, каждый день посвящать какое-то время медитации и служению. Но бывают разные дни, бывает, что и сердце, оно достаточно закрыто для служения. Ну, то есть, читаешь, например, мантру, но не получается открыться и вообще думаешь, что ты совершаешь оскорбление, просто упоминая святое имя, как будто бы не полностью вовлечённым в процесс. Может быть, можно что-то с этим сделать? Как в таких случаях поступать? Например, ум гуляет, ум уходит, уводит куда-то. Возвращающий, он опять уходит. Ну, бывает. Хороший вопрос, хорошее сознание. То есть ты уже включился в процесс. Ты уже начинаешь понимать, что происходит в твоей жизни, внутри тебя. То есть внутреннюю жизнь начинаешь познавать в себе. Естественно, ты чувствуешь влияние материальной природы. Происходит борьба внутреннего и внешнего.
внешняя и также вот есть внутренняя энергия. Пытаешь мантры, пробуждается внутренняя энергия. Она еще только пробуждается, потому ты видишь, что это влияет иногда непреодолимо, это побеждает. Поэтому тадвити, пранипатина, парипрашнина, целая, апатихани, теханами, настарта дашина. Нужно принять любого учителя. Есть такой пример, бытовой пример. Возьмем любой электроприбор, холодильник, например. Вот вам холодильник, пользуйтесь. Ну, без шнура. Там все есть, морозилка есть, все как надо. Но там не холодно. Но он не подключен. Но он полностью настоящий. Но если подключаете, все начинает работать. Значит, нужно подключить. Человека нужно подключить. Это целая система цивилизации была в прошлом. Подключали через 10 самскар, начиная с рождения, уже проводили такие церемонии, чтобы ребенок уже получал такие самскар, был подключен к благости трансцендентному, к духовному, осознанно, неосознанно, в конце концов получал посвящение, еще одна самскара. И тогда ты чувствуешь, что хотя вокруг майя бушует, у тебя внутри духовный мир, ты подключен. Топ, и ставим. Все, морозилка работает нормально. Это посвящение называется. И Господь Читайна сказал об этом. Я не обращу внимания на того, кто не посвящен. Сагуру Эвабхигачет. Если же искренне хочет духовного развития, то необходим, гуру говорится. Необходим. Эвабхигачет. Не просто рекомендуется, а необходим. Мы воду из реки получаем. Молоко от коровы. Сознание. Нет другого источника. Поэтому вот, ты идешь тем путем, и когда ты получишь посвящение, то ты уже почувствуешь себя автономным, несомненно. Ты будешь сражаться с моим уже успешно. А можно вопрос? Гурман Раш. Очень важно, чтобы вы можете. Придем туда, Господу Кришне, когда соберет нас Господь, что дальше? У тебя на руке там есть знаки какие-то? Нет, вообще, когда мы придем все туда. А в будущем? Ну, хочется знать. Ты же будущее хочешь узнать? Понятно, на карте бросить. Не хочется знать, что дальше, когда придут. На картах нужно бросить, потом спешу. Нет, ну вообще, вы знаете, как вы можете ответить? Понятия не имею. Что там будет дальше? Души развития? Или остановится все, мы выйдем с этой системы? Нет, ни то, ни другое. Ни то, ни другое. Не будет дела ни другого. То, что будет там, ты не сможешь вообразить сейчас, даже представить. Такого дара ты не сможешь даже представить. Это не могут представить даже на высших планетах. Видоизменить, да? Ты не сможешь представить. Сознание не может. Сейчас ты не сможешь это представить. Такое чудо не бывает вообще, которое даже может, нельзя представить. Вот это случилось только в духовном мире. Алекс Кришна, в преданное время вот сейчас будет небольшая сценка. Хорошо, сейчас чуть-чуть попросим вас. Да. И преданные, давайте тоже все сдвинемся. Сейчас будет замечательно. Есть один путь наверх. Да, куда двигаться?